Конкурс собрал около 600 человек. Масштабное мероприятие такого рода проходит в республике впервые. Организаторы отмечают, такой смотр народных коллективов в Приднестровье состоялся не в последний раз. И сегодня мы на сцене видим потрясающие свадебные обычаи. Их несколько, около 5 номинаций. Мы видим обычаи храм села. Мы видим какие-то колядки, потом праздники Ивана Купала. То есть то, чего мы, наверное, бы не увидели просто так каждый день. Отборочный тур прошел 2 месяца назад в каждом из населенных пунктов, которые захотели поучаствовать в конкурсе. Были выбраны лучшие коллективы, приехавшие продемонстрировать таланты на сцене Дворца Республики. В мероприятиях такой формы и разноформатных коллективов сложно соблюсти принципиальные конкурсные начала. Как судить, 10 или 20 человек на сцене, как судить, маленькие или большие, как судить, разный уровень подготовки. Каждому коллективу на выступление предоставили не более 15 минут. Таково было условие конкурса. Ведь соревноваться приехали более 20 коллективов. Участники выступают не только на сцене, но и в качестве зрителей, набираясь опыта у своих же коллег. Здесь мне нравится, здесь красиво, ребят есть. Колят, добро с моей дом поляныца, а без моей дом не така, дай ты дядьку, я така. Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки. Юлия Горлова, Анна Павленко, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский.